Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для автоматизации фитнес-клубов, тренажерных залов, детских центров и любых других спортивных организаций. С нами вы сможете организовать порядок, установить полный контроль над всеми этапами работы, увеличить число довольных клиентов, идти в ногу со временем, пользуясь новейшими технологиями и, как следствие всего вышеперечисленного, значительно повысить доходы своей организации. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь может работать под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для администратора центра и руководителя организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Чтобы вы получали еще больше удовольствия от работы в нашей современной программе, мы разработали множество красивейших дизайнов. Понравившуюся тему можно выбрать из списка. Обратите внимание, что в нашей программе может работать как одно подразделение по локальной сети, так и целая сеть филиалов через интернет. При этом в центре главного окна можно будет разместить свой логотип для создания единого корпоративного стиля. Еще важный факт – наша программа может использоваться в любой стране мира, на любом языке. При необходимости мы поможем вам перевести ее на нужный язык. В главном окне программы показано расписание занятий. Отображаться может любой указанный период. Программа «Универсальная система учета» очень гибкая и используется в разных организациях, которые могут оказывать самые разные услуги. Для примера, мы добавили три помещения – бассейн, зал групповых занятий и тренажерный зал. Количество помещений может быть любое. В программе можно отмечать как индивидуальные, так и групповые занятия. Можно даже работать в режиме, когда количество посещений у клиента не ограничено. В случае групповых занятий, если заранее известно, кто занятие будет проводить, можно указывать имя сотрудника. Клиентов при желании можно делить на группы. Возле времени начала занятия отображается количество записанных и пришедших человек. Программа всячески помогает администратору. Если занятие выделяется красным цветом, значит, на него нужно обратить внимание. В его составе есть клиенты, с которыми необходимо провести определенную работу. Например, у них может быть задолженность по оплате или заканчиваются купленные занятия. Если человек не пришел, есть возможность отметить прогул. Причем этот прогул можно засчитать или не засчитывать при наличии уважительной причины. Определенные занятия могут содержать примечания. Например, чтобы отметить набор новой группы. Теперь давайте посмотрим, как в программе работать с клиентом. Для этого нам потребуется меню, которое находится слева. Чтобы оформить новый абонемент, зайдем в одноименный модуль. Откроется список уже зарегистрированных абонементов. В этом списке мы можем посмотреть, кто и на какие занятия ходит, у какого сотрудника занимается, сколько осталось занятий и какая имеется задолженность по оплате. В зависимости от статуса, абонемент может выделяться разными цветами, когда он открыт, закрыт, заморожен или по нему имеется задолженность. Для добавления нового абонемента нажимаем на кнопку «Добавить» из контекстного меню, вызванного правой кнопкой мышки. В открывшемся окне первым делом выбираем человека из единой базы наших клиентов. Можем работать с частными лицами или корпоративными клиентами, то есть с сотрудниками различных организаций. Также обратите внимание, что своих клиентов вы сможете делить на категории: обычный клиент, проблемный, VIP и так далее. Если клиент уже ходил на занятия к нам ранее, его не нужно будет добавлять второй раз.
Производим поиск по фамилии или номеру телефона. Просто пишем первые буквы. Если клиент не нашелся, тогда можем смело добавлять нового. При этом указываем необходимые личные и контактные данные. Также можем добавить фотографию клиента, например, захватив изображение прямо с веб-камеры. Это и удобно, и также в дальнейшем можно будет сверять, чтобы не было передачи клубной карты другому лицу. Когда нужный клиент найден или добавлен, нажимаем кнопку «Выбрать», чтобы имя внеслось в регистрируемый абонемент. После этого остается указать вид приобретаемого абонемента, например, 12 занятий. Если клиенты у вас получают клубную карту, можно отметить номер выданной карты. Есть возможность внести и дополнительную информацию, например, сотрудника, название группы, время начала занятий и так далее. Вот и все. Абонемент оформлен максимально быстро. Но это еще не все преимущества. Наша программа также позволяет вести планирование занятости помещений по времени. Чтобы и клиентам было комфортно заниматься с учетом вместимости помещений, и ваша организация максимально рационально могла использовать свои залы как ресурсы. Давайте посмотрим, как это делается. Купленные по абонементу групповые занятия можно легко распределить специальным действием. Программа при этом показывает все подходящие занятия с учетом выбранного курса. Сейчас мы видим, что выбранный курс у нас ведется в разное время и у разных сотрудников. Если бы при оформлении абонемента мы выбрали определенного сотрудника, тогда сейчас показывались бы только его занятия. А если клиенту не важно, у кого и на какое время заниматься, тогда администратор сам принимает решение, куда записать клиента, исходя из того, где менее загружен. Согласно абонементу, приобретается 12 занятий. Для наглядности, сейчас в расписании все доступные занятия выбранного курса обведены черным цветом, а именно выбранное клиентом время подсвечивается зеленым. Если клиента нужно перенести на другое время в определенный день или сразу по всем дням, это делается легко в пару щелчков. Вот мы и запланировали занятия. Остается нажать кнопку «Сохранить». Организациям, в которых клиент может приходить в любое удобное ему время, распределять абонемент не требуется, так как у них используется клубный принцип работы, который тоже поддерживается нашей программой. По каждому абонементу ведется учет оплат. Клиент может сначала внести лишь часть суммы, и программа будет помнить об имеющейся задолженности. Администратор может распечатать квитанцию, что не только подтвердит факт получения предоплаты, но и будет напоминать клиенту о днях его занятий, если они были запланированы. Также при необходимости программа может автоматически сформировать любой другой требуемый документ, например, договор на оказание услуг. Это настраивается на заказ. А в дальнейшем, при желании, клиенту распечатывается выписка по посещенным и пропущенным занятиям. Наша программа поддерживает разные режимы работы, с клубными картами или без них. Если проходимость в вашем центре большая, лучше использовать карточки для увеличения скорости работы с клиентами. Карты можно заказать в типографии или даже печатать самим при наличии специального оборудования. Есть разные виды карт. Чаще всего используются карты со штрих-кодами. Клубную карту считают сканером. Отобразятся данные о клиенте и купленном абонементе. Проблемные моменты подсвечиваются красным цветом. Сразу видно, не закончились ли занятия по абонементу или период его действия. Если проводится последнее занятие, программа показывает, что нужно продлиться. Видно, в свое ли время пришел человек, если, например, сейчас вечер, а приобретался дневной абонемент. Рассчитано, сколько составляет задолженность по оплате. По отображаемой фотографии сразу видно, не было ли передачи карты другому лицу. И так далее. Со всей этой информацией администратору очень легко принимать решение о том, допускать ли клиента к занятиям. Если клиент прошел, он появляется в списке тех, кто сейчас находится в зале. Таким образом, контролируется время прихода каждого клиента. По любому пришедшему человеку можно и позднее отобразить всю информацию, или даже перейти на его абонемент, чтобы погасить задолженность или продлить.
Наша программа автоматизации включает полноценный складской учет. Вы сможете продавать или бесплатно выдавать любую сопутствующую продукцию. Бесплатно выдавать можно то, что клиент должен будет потом вернуть. Например, ключи от шкафчика. Выдать продукцию определенному клиенту можно очень быстро, перейдя на вкладку «Товар». Теперь, пока клиент не вернет то, что ему было передано, он будет выделяться красным цветом. Сам возврат отмечается в программе одним нажатием. Товар также можно продавать и в режиме магазина, если таковой имеется при вашем центре. Товары можно разделять на категории, приходовать на различные склады, а актуальные остатки вы всегда будете видеть в режиме реального времени. В программе УСУ использованы самые передовые технологии. Вы сможете оповещать своих клиентов о различных акциях или скидках, используя целых 4 вида современных рассылок: email, SMS, Viber и обзвон голосом. Да-да, вы не ослышались. Наша программа сможет даже сама обзвонить нужных клиентов и голосом, представившись от имени вашей организации, сообщить любую важную информацию. Можно будет отправлять как массовые сообщения, так и одиночные, чтобы, например, поздравить определенных клиентов с днем рождения. Наша программа отлично подойдет как небольшим организациям, так и крупным центрам, у которых в числе сотрудников есть менеджеры по продажам. Наше программное обеспечение реализовано по принципу CRM – системы учета клиентов и взаимоотношений. Ваша организация сможет даже отмечать все предварительные контакты и результаты переговоров с потенциальными клиентами. Результативность каждого менеджера по продажам можно будет проанализировать по специальному отчету, который называется «Конверсия». В нем вы будете видеть, сколько обратившихся человек записались на занятия, а какая часть отказалась от записи. Будут сразу отображены источники, из которых записанные клиенты о вас узнали, а также отмечены причины отказа от записи. Если потенциальный клиент не готов сразу дать ответ, будет ли он пользоваться вашими услугами, менеджеры смогут добавлять себе задания по обзвону на будущий период. У ваших сотрудников будет возможность составлять себе план работ. Задания можно добавлять не только себе, но и другим. Этим может пользоваться руководитель организации, ибо сказанное просто на словах легко забывается или пропускается мимо ушей. Когда же работы записаны, отвертеться или безнаказанно затянуть с исполнением уже не получится. Такой основательный подход к работе очень результативен и удобен. И сотрудникам, ибо они ничего не будут забывать, и руководству, которое сможет любое задание легко проконтролировать, и даже новому персоналу, который не будет сидеть в первые дни работы и просто мило хлопать глазками. Все будет конкретно расписано, что уже делали по каждому клиенту и что еще планируется сделать. А теперь мы дошли до самого интересного. Давайте посмотрим отчетность. Наша программа является лидером в сфере управленческого учета. Это то, что как воздух необходимо каждому директору организации. Такого количества полезной аналитики вы больше не найдете нигде. Именно с помощью аналитических отчетов можно легко выявить слабые стороны своего бизнеса и улучшить их. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее устраните все возможные финансовые утечки. С помощью нашей программы любой руководитель, даже не имея специального образования, легко станет лучшим управленцем. Анализ начинаем всегда с клиентов. Каждый клиент – это ваш источник финансовых средств. Чем тщательнее вы работаете со своими клиентами, тем больше получаете от них отдачи в виде финансовых средств. Итак, приступим. То, что ваш центр хорошо развивается, покажет отчет по приросту клиентской базы. Если прирост оставляет желать лучшего, проанализируйте маркетинговый отчет. Он отобразит, откуда клиенты чаще всего о вас узнают. Не тратьте деньги на малоэффективные методы рекламы. Кроме привлечения новых клиентов, не теряйте старых. Смотрите тех, кто ходил, а потом исчез.
Не факт, что клиент просто переехал в другой город. Может быть, он уже давно тратит деньги у ваших конкурентов. Можете обзванивать исчезнувших клиентов и узнавать, ушли ли они или просто временно отсутствуют. Вы сможете видеть свою отрицательную динамику по общему числу ушедших клиентов в разрезе каждого месяца работы. А отмечая причины ухода, сможете понять слабые стороны своей организации. Может, это цены или сервис, или еще что-то. Специальный отчет по активности клиентов отобразит, насколько активно пользуются вашими услугами. Вы сможете посмотреть число уникальных клиентов как за текущий, так и за предыдущие периоды. Чтобы правильно распределять нагрузку, вы получите возможность видеть, на какие именно часы и дни недели приходится пик посещений. А дабы понимать текущую покупательскую способность, сможете сформировать отчет «Средний чек». Но в любой массе обычных клиентов есть те, кто выделяется над толпой, кто готов тратить больше, но и требует при этом к себе повышенное внимание. Вы без труда сможете выявить таких наиболее перспективных клиентов, сформировав отчет «Рейтинг». Верхушки рейтинга будут те, кто потратил у вас больше всего средств. А чем ниже по рейтингу, тем менее интересные клиенты будут в нем представлены. Дополнительно ко всему, вы будете при необходимости формировать реестр должников. Это очень удобно. Все, кто не сделал оплату полностью, собраны в одном месте. Если у вас есть сеть филиалов, вы сможете анализировать как по отделению, так и по городу, где именно вы получаете наибольший доход. По каждому филиалу можно будет смотреть не просто сравнительную характеристику с другими отделениями, но и анализировать динамику его развития с течением времени. Специальный отчет покажет вам список тех, кто записался, но не посещает занятия. Также есть возможность сделать выборку по тем, кто игнорирует другие виды занятий, которые проводятся в вашем центре. А ведь это отличная возможность значительно увеличить свои продажи, если просто предлагать клиентам ходить на дополняющие друг друга дисциплины. Заманивать туда людей проще простого. Достаточно делать скидку при одновременной записи на второй курс. При этом любую предоставленную скидку можно контролировать в специальном отчете. Это особенно важно, если у вас есть предложение как для среднего звена, так и услуги дорогого премиум-класса. В каком ценовом сегменте ваши услуги чаще всего покупают, можно смотреть в отчете «Сегменты». Данная аналитика поможет вам выявить те цены, которые окажутся просто неподъемными для клиентов. Хорошим подспорьем для платежеспособности клиентов может служить бонусная система. Если клиентам будут начисляться бонусы, которыми они потом смогут расплачиваться, это на самом деле будет скрытно стимулировать их тратить еще больше в вашем центре. Вторым по важности идет анализ персонала. Как бы хорошо вы ни работали с людьми как организация, наиболее важную работу выполняет именно сотрудник. Первым признаком хорошего специалиста является та польза, которую он приносит компании, рассчитанная в денежном выражении. Если заработная плата работника не фиксированная, а сдельная, программа ее легко рассчитает автоматически. Для этого можно будет просто задать проценты индивидуально каждому специалисту. Допускается даже тонкая настройка зарплаты по разным видам оказываемых услуг. Если у вас есть не только услуги и продажи товара, можно будет анализировать работу каждого продавца. Активность проведения занятий с течением времени можно будет посмотреть в отчете «Объем работ». А как именно распределяются силы по сотрудникам, покажет отчет распределения. Наиважнейшей задачей для каждого сотрудника остается, конечно же, работа над собственной репутацией. И лучше всего ее можно проследить на поведении клиента. Когда клиент после первого визита продолжает и дальше ходить к этому специалисту, это называется удержание клиента. Также по персоналу можно вести динамику посещений. В данном сравнительном отчете вы увидите количество посетителей в разрезе каждого месяца, как по определенному сотруднику, так и в сравнении с другими работниками. Обратите внимание, что все отчеты будут формироваться с вашим логотипом и реквизитами. И вся аналитика может строиться за любой период времени. Это значит, что вы без труда сможете проанализировать один день, неделю, месяц и даже целый год.
Особенно это оказывается полезным для самого важного, что должна делать каждая организация – для финансового анализа. Деньги любят счет, и считать их нужно каждой организации. В начале видео мы выполнили обычную работу с клиентом, записали его и отметили приход на занятие. И этого уже оказалось достаточно, чтобы сформировалось великое множество различных финансовых отчетов. Основным из них является отчет по платежам. С его помощью в режиме реального времени можно смотреть остатки по любой кассе и банковскому счету, видеть общие обороты по приходу и расходу денежных средств, сверять при необходимости остатки с детальной выпиской. Если у вас есть сеть подразделений, вы сможете видеть сразу все филиалы, но каждый филиал при этом будет видеть только свои финансы. Полученные средства можно проанализировать в разрезе оказываемых услуг. В этом отчете будет показано, сколько раз какая услуга была продана, сколько денег вы с нее заработали и общие суммы будут подбиты по каждой группе услуг. Если для оказания какой-то группы услуг вы покупали специальное оборудование или нанимали дополнительных работников, вы без труда поймете, насколько ваши вложения окупаются. Более того, вы получите даже возможность контролировать развитие любого направления своей деятельности. По каждому направлению для вас будет представлена динамика во времени. В нашей программе можно также учитывать свои расходы. Тогда вы будете их лучше контролировать. Будет возможность видеть общие суммы по каждой статье затрат, да еще и в разрезе каждого месяца работы, чтобы легко было прослеживать динамику. Обратите внимание, что каждый отчет сопровождает различные графики и диаграммы. Это для большей наглядности. Чтобы порой достаточно было просто бросить беглый взгляд на нужный отчет, дабы точно понять ситуацию в своей фирме. Например, здесь зеленой линией показан доход, а красный – расход. Также автоматически рассчитывается прибыль за каждый месяц вашей нелегкой работы, которая с внедрением нашей программы непременно станет легкой. Кроме финансового учета, немалой проблемой также является учет товаров. Давайте посмотрим, как вы сможете с помощью специальной группы отчетов в нашей программе этот вопрос также держать под контролем. Базовый отчет покажет остаток товара на любую дату, причем по любому подразделению, складу или просто подотчетному лицу. Также можно посмотреть в денежном эквиваленте, где и на какую сумму есть товара. Есть возможность отобразить объемы продаж за любой период, как по каждой позиции, так и по целым группам и подгруппам. Можно увидеть залежалый товар, который никак не продается. Программа может напоминать в отдельном реестре о том, что заканчивается, чтобы вы не теряли денег. Например, если неожиданно закончится какой-то ходовой товар. Более того, можно даже отмечать, что клиенты спрашивали из того, что вы в принципе не закупаете. Если это будут часто спрашивать, можно закупать и зарабатывать дополнительно на выявленном спросе. А то, что часто возвращают, является сомнительным товаром, который также легко выявить по анализу возврата. Отчет «Рейтинг» составит список тех товаров, на которых вы больше всего зарабатываете при наличии магазина. Отчет «Популярность» покажет позиции, которые пользуются наибольшим спросом. И если этих же товаров нет в рейтинге, и вы на них не зарабатываете больше всего, значит вы уже будете понимать, что есть возможность увеличить цену на данный популярный товар, чтобы количество перевести в дополнительный доход. Чтобы не тратить лишнего на закуп, анализируйте поставки товара. Смотрите, когда, по какой цене и что именно закупалось. А апогеем работы с товаром является компьютерный прогноз. Наша интеллектуальная система, учитывая среднюю скорость реализации, может даже рассчитать по каждому товару, на сколько дней стабильной, бесперебойной работы его хватит. Видео у нас получилось далеко не коротким. Но мы сейчас показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в системе возможностей. Это набор функций,
который начнет работать на вас сразу с первых дней использования нашей программы. Но кроме этого, для самых продвинутых организаций, которые хотят быть на целую голову выше своих конкурентов, у нас есть еще и дополнительные эксклюзивные предложения, которые будут прямо эпатировать ваших клиентов. Вы, без шуток, будете слышать от них прям «Вау!». Например, звонит телефон у администратора. В этот момент, пока еще только идет звонок, может автоматически появляться личная карточка звонящего клиента. Нереально будет выглядеть, когда вы, поднимая трубку, сможете сразу обратиться к клиенту по имени и сказать «Здравствуйте, дорогой Иван Иванович». Клиент будет думать «Ничего себе, я у них был давным-давно, а меня помнят, я у них на особом счету». Вот это сервис! Такая функция поднимет лояльность, то есть преданность ваших клиентов и еще больше увеличит ваши продажи. Но и это еще не все. Кроме имени клиента во всплывающей при звонке карточке может отображаться и другая полезная информация. Ходит ли клиент сейчас на занятия? Есть ли у него задолженность? У кого он был последний раз? Какие у него предпочтения? Проблемный это или VIP клиент? И так далее. То есть ваша регистратура, даже если там будет сидеть новенькая, не особо смышленая девочка, не будет тратить ни секунды на поиск информации. А это значит, что производительность у вашего администратора будет максимальная, быстрее просто некуда. Итак, если базовая комплектация нашей программы доступна всем организациям без исключения, то эксклюзивные функции уже по карману будут далеко не каждому. Поэтому они всегда будут оставаться эксклюзивными. Только те, кто инвестирует в свой бизнес больше других, тот и отдачу получит значительно больше своих конкурентов. Заметьте, наша программа премиум-класса – это полноценные инвестиции в ваше дело. А более подробную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте usu.kz, либо связавшись с нами любым удобным вам способом. Звоните или пишите, узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.